Также приобрели в 4 лапы такой вот замороженный корм для аквариумных рыб. Ну и плюс смесь для черепах. Все, что в основном им подходит, подходит и черепашкам. Так, на экране вы видите состав, для чего этот продукт, вот, и вес, а также откуда производство. Сейчас мы протестируем на нашем, который уже объелся. Итак, выглядят таблеточки вот так. Их надо немножко разморозить, соответственно, чтобы каждый раз не размораживать всю пачку, я буду отрезать заранее. Непродуманно немножко я заметила, ну, возможность среза, либо поломки, ну, сломать ее невозможно, только вырезать. И когда я начала резать по краям, видно, здесь я уже отошла, в общем, он потек. Что у нас тут внутри? Множество различных живностей. И пахнет соответственно. Пробуем. Джерри, надеюсь, ты не объелся. В общем, еда у нас потекла. И мне кажется, что Джерри даже не понял, что там еда. Ну, сейчас проверим как раз одно. Мы всяких рачков. Джерри, кушай. А то похоже, что ты насвинячил опять. Ну, в общем, эксперимент не удался, потому что я его уже накормила. Тест-драйв был рыбок. Видео можете посмотреть в описании. Собственно, естественно, он уже не голодный. Хотя говорят, что такие красноухие черепахи могут есть много-много-много-много-много всего.